С приходом Ивайла Петева на пост главного тренера сборной Болгарии вызов в национальную команду получил нападающий футбольного клуба «Шериф» Исмаил Иса. Петев в последнее время возглавлял кипрский АЕЛ. Также он известен тем, что привел к первому чемпионскому титулу в Болгарии «Лудогорец». В эксклюзивном интервью съемочной группе футбольного клуба «Шериф» Ивайло Петев рассказал о причинах вызова в сборную Исмаила Исы. Отметим также, что Петев полтора года назад приезжал в Тирасполь, о чем не мог не рассказать рулевой болгарской сборной. Ивайло, добрый вечер. Мы знаем, что вы не совсем недавно возглавили сборную Болгарии. Как вам работается со сборной? Доброго вечера на ваши зрители, на всички почитатели на футбола в Молдова. Така, с настроение мина лагера до момента. Утре не предстои контролна среща с отбора на Румъния. Я се надявам, че отбора ще ни играе добре. Добрый вечер всем любителям молдавского футбола. Лагерь проходит достаточно хорошо. И он надеется, что завтра команда национальной сборной Болгарии выступит достойно. Исмаил Иса впервые вызвался в сборную Болгарии. Почему вы решили его вызвать? Так, я с него его познавам достаточно добре. Он его знает очень хорошо. Миналата година се представи исключительно добре в Лиге Европы. В прошлом году он очень хорошо выступал в Лиге Европы. Так и я решил, как и на него, и на остальные его коллеги, да им дам шанс в утрешний матч. И я решил, что я, как и ему, так и некоторым его коллегам, дать шанс в завтрашнем матче. Давно вы наблюдаете за Исмаилом, и что вы можете сказать о нашем игроке? Той е добър играч. След като е попаднал в националния отбор, има качество да попадне в националния отбор. Он хороший футболист. Раз он попал в национальную сборную Болгарии, значит, у него есть качество играть в национальной сборной. Той доста време играл в Болгария. Он достаточно долго играл и в болгарском чемпионате. Играет в чужбина, направил не лоша карьера до момента. На сегодняшний момент у него неплохо развивается карьера. И така, се надявам, следващата стъпка да е още по-висока. И он надеется, что следующий шанс будет более на высоком уровне. Вы знаете, что Исмаил Иса является лучшим бомбардиром «Шерифа» в Еврокубках за всю историю? Вы об этом знаете? То есть она на голмайстер за всички? Да, да, знам, знам, знам. Знам 8 гола. Да. Знам. Да, он знает об этом. Мы знаем, что вы были у нас в гостях. Что вы сможете сказать о футбольном клубе «Шериф»? Вы следите за выступлением нашей команды? Так, аз бях преди повече от година и половина был, при вас. Был где-то года полтора назад в Тирасполе. Така, имате една прекрасна база. Аз следа вашия отбор. Вы имеете очень прекрасную базу. И он, естественно, следит за вашей командой. Тук и големи поздравления за вашия собственник. Хотел бы передать большой привет Виктору Анатольевичу, хозяину футбольного клуба «Шериф». Така, той создал одни прекрасные условия, той отбор да играет один день в Чемпионской лиге. Он создал одни прекрасные условия для команды, для участия в Лиге чемпионов и в Еврокубке. Така, и за меня важно, что я запазил и много добрые отношения с футбольным клубом «Шериф» и неговия собственник и неговите служители. И для него очень важно, что у него остались очень теплые и хорошие отношения с футбольным клубом «Шериф» и его собственником. Ивайло, спасибо вам. Мы надеемся, что вы завтра победите. И теплые дружеские отношения между футбольным клубом «Шериф» и сборной Болгарии всегда будут сохраняться и только приумножаться. Так, благодарю и на вас. Всичко най-добро и пожелаем от сердца. Большое спасибо и от всего сердца он желает вам всего доброго. И пожелаем один день вашей отбор да играть в Чемпионской лиге. И хочу вам пожелать один день команда, чтобы играла в Лиге чемпионов. Спасибо большое.